Приветствую вас на канале. В данном видеоуроке я вам расскажу и покажу, как вы можете написать сообщение человеку из вашего списка ВКонтакте, а также как вы можете ответить на новое входящее сообщение. Постараюсь все подробно вам объяснить и показать. Итак, приступим. Как написать сообщение человеку из списка ваших контактов? Открываем приложение Telegram. Так как до этого я еще никому не писала, и мне тоже никто не писал, то есть, можно сказать, у меня чистый Telegram, и приложение, оно меня приветствует и само говорит мне, что чтобы начать переписку, нажмите на один из контактов ниже. И внизу вот ваши контакты в Telegram. У меня всего один контакт сохранен. Есть три способа, как начать писать сообщения. Я вам сейчас их все покажу. Первый способ – это в нижнем правом углу видим синий кругляшок с ручкой. Нажимаем на него. И мы переходим в список ваших контактов. Вверху видим новое сообщение. Предлагает разные варианты, что с ним можно сделать. Но мы пока это затрагивать не будем. Нас интересуют контакты, которые ниже. У меня всего лишь один контакт. Вот Анастасия Уроки YouTube. Я выбираю его. Второй способ, чтобы написать сообщение человеку из вашего списка. Видим список и нажимаем прямо на сам контакт. И перешли в окно, где можно начать переписку. И третий способ, чтобы начать писать сообщение человеку из ваших контактов, нажимаем в верхнем левом углу меню. Это три полоски. То есть, чтобы попасть нам в список контактов, мы нажимаем на меню. Затем в меню приложения найти слово «Контакты» и нажимаем на него. В открывшемся списке контактов выбираем, кому хотим написать. Ну, так как у меня здесь всего один контакт, то я выбираю этого человека, кому хочу написать сообщение. И нажимаю на имя. Открылся чат. В нижней части экрана располагается строка ввода текста. Нажав на нее, появляется клавиатура. Можем набирать текст. Пример текста. Привет. Как дела? Чтобы отправить сообщение, в правой части строки ввода находим самолетик и жмем на него. Все, ваше сообщение отправлено. Теперь вы можете переписываться со своими родными и друзьями. Все ваши чаты с прочитанными или нет сообщениями будут отображаться на начальной странице Telegram. Чтобы выйти из чата на начальную страницу Telegram, необходимо нажать на стрелочку в верхнем левом углу. А как ответить на сообщение? Рассмотрим другой сценарий. Вам пришло сообщение, на него нужно ответить. Даже в само приложение Telegram нас уведомляет об этом. Видим, появился красный кружочек с цифрой 1. Это говорит о том, что мне пришло входящее сообщение. Нажимаю на приложение Telegram, чтобы открыть, от кого пришло сообщение. Увидеть. На начальной странице, где списки чатов, то есть список ваших переписок с людьми. Но так как у меня всего одна переписка, то у меня здесь единственный чат. Выбираем тот чат, от кого пришло сообщение. Здесь уже видим циферка 1 и на зеленом фоне. Это как раз мне говорит о том, что у меня есть одно сообщение от данного контакта. Выбираем этот чат. Жмем на имя в чате. Далее все так же, как в первой части урока. Нажимаем на строку ввода текста. Ну, читаю ответ и хочу ответить человеку. Нажимаю. Появилась клавиатура. Набираем текст.
Затем жмем на самолетик, чтобы отправить сообщение. Все, ответ отправлен. Из чата выходим также, нажимаем на стрелочку в верхнем левом углу. Заметьте, что новые сообщения в ваши чаты попадают на начальную страницу. Каждое новое сообщение или чат-группа, канал будут появляться на данной начальной странице. Теперь вы можете отправлять сообщения и оставаться на связи с родными и близкими. Я понимаю, что не у всех все сразу получится, но со временем вы обязательно освоите. Спасибо за просмотр видео. Не забывайте делиться видео с теми, кому нужна в этом помощь. Успехов вам и увидимся в следующем уроке.